За что задержан? За распространение наркотических средств. Я был владельцем магазина, я же оператор магазина. Распространял наркотики по городу Твери. Я хочу выдать добровольно марихуану и витамин, который я прятал в своей квартире. Где они находятся? Находятся в той комнате. Марихуана лежит на столе, амфетамин в шкафу. Других запрещенных примеров нет? Нет. Ну, поясняйте, что, где? Марихуана, вот, в двух банках находится. Угу. А где амфетамин? Остальное, вот, там, амфетамин. Ну, да, да, да. Вот это что за порошок? Амфетамин? По пояснению подозреваемого, наркотик, марихуана.